Он должен жертву Богу принести любимого единственного сына. Так повелел Господь. 3 дня пути, и пред очами горная вершина. Остановился старец Авраам и с отроками у горы простился. Я Богу все сожжения воздам, и мы к вам, сынам, вместе возвратимся. Отец устал, вершина высока, и Исаак наверх шел гору первым. Он нес дрова, а у отца в руках лежали острый нож, огонь и вера. Спросил у Авраама Исаак: «У нас дрова есть, и огонь я вижу, но жертва где, отец мой? Как же так?» Господь усмотрит, он в ответ услышал. Что думал Авраам, когда вдвоем для жертвенника собирали камни, когда он открывал сосуд с огнем, когда он сына связывал руками, когда на жертвеннике сын лежал, красивый, молодой, души отрада, и Авраам смотрел, как он дышал, тот, кто был Богом дан ему в награду. Что думал он, то знать мне не дано. Быть может, спрятать он не мог тревогу. Я знаю твердо только лишь одно, что Авраам всем сердцем верил Богу. Обетование Божье помнил он. Он Исаака получил наследие. Он верил, что сын будет воскрешен. И нужно было сделать шаг последний. Отцовской рукой он нож занес. Мгновение, и брызнет кровь на землю. Но ангел Божий с неба произнес: «Довольно, в Исааке твое семя. На сына ты руки не поднимай. Я вижу, ты готов был с ним расстаться. За то, что глазу моему внимал, в тебе народы все благословятся». Огонь на жертвеннике полыхал. Сгорала жертва Господу другая. А вера незаметна и тиха, делами совершенства достигала. С горы отец и сын спускались вниз, и отроки встречали Авраама. Бог веру в праведность ему вменил. Какую веру мы имеем с вами? Готовы ли мы сегодня дать ответ тому, кто нас о вере нашей спросит? Что значит вера, если дел в ней нет? Она, увы, спасения не приносит. И истина библейская права, пусть вера подтверждается делами. Без дел она бессильна и мертва, пустыми украшается словами. Нет, нам не нужно на гору идти, сооружать там жертвенники снова. Пусть жертвенник горит у нас внутри, чтоб Божьему мы доверяли слову. Поверить проще, доверять сложней. И Бог сказал, что это дело Божье. Живая вера в сутолоке дней, и невозможное сочтет возможным. Тогда и в самый трудный жизни день обетованием Божьим мы поверим, как Авраам, один из тех людей, в нем постоянная сияла вера. Господь в любви своей велик и благ, довериться Ему во всем блаженство. Бог хочет, чтобы вера в нас росла, делами достигала совершенства. Аминь.